помню, Дима разбросал фантики сегодняшние. Да? Сегодня я проводила обзор, что я купил на 50 тысяч рублей. Тут вот Димина лошадка. Здесь вот мешки. Сейчас я их буду разбирать. Не успела разобрать, разнести там по всем шкафам. Потому что Дима проснулся. Нужно было скорее его кормить туда-сюда. Не трогай ее, ради бога, Дим. То, не дай бог, сейчас мне ее уронишь. Вот, сейчас буду все разносить, все раскладывать. Мячик, да, забирай мячик. Забирай, неси его в комнату к себе, Дима. К себе в комнату неси. Вот. Вот здесь все покупочки наши. Ашан. Ну, короче, это все... Не буду, короче, ладно, все сейчас это рассказывать. Это все будет в отдельном ролике. А, помощник. Понес. Давай, неси. Неси, неси. Дима, неси. Все это будет отдельный ролик, как я потратила 50 тысяч рублей. Все будет там. Так, повесила я шторку. Смотрите, как она классно смотрится, как она вообще там наверху лежит. Там вот они, вот эти вот дырочки, вот они. Где-то, а вот. Я думала, как же, думаю, она будет одеваться-то, господи. Нет, одевается все нормально. Вот, ну, смотрите. Довольно симпатично смотрится. Такая, хоть она и темная. Ну, не знаю, мне кажется, она такая, как штора. Такая домашняя. Такая теплая. Хочется идти в ванну и мыться. Просто восхитительно. Вот. Тут я Диме показывала эту песочную штучку. Она от воды льется. Ой, господи, двигается. И вот коврик. Мы еще коврик я пока не стелила. Вот, его еще только недавно сейчас распаковала. Постелю, попробуем. Расскажу. Тут свои шампуньки уже выставила. Вот, бальзамчик можно убрать. Один. Кстати, вот, после вот этого вот шампуня, ай, кран уберу, после вот этого шампуня у меня начали выпадать волосы. Ой, к сожалению, как-то так, очень много стало выпадать. Другим шампунем пользуюсь, все нормально. Тут у нас звездочка, мои фламинги. Вот, всем, наверное, фламинги уже надоели. Ну, получилось так, то, что фламинго у меня появились до того, как они стали популярны, буквально за месяца 4-5, что ли, где-то так, где-то полгода, может быть, побольше даже. Даже побольше, наверное, да. А потом они уже стали популярны, такие постепенно и понеслось. Вот. Так вот у меня. Это вот тряпка вот как раз висит Димина, я ее уберу, и у него будет свой коврик, он будет на нем стоять. Так, такой зубной пастой я планирую сейчас чистить зубки, моя уже кончилась. Бережное отбеливание, Эколют, новинка. Надеюсь, что у меня получится отбелить. Тут единственное, не написано... Сколько времени ею чистить? Ну, наверное, столько, сколько там есть, 75 миллилитров. Посмотрим неделю. Почищу зубки. Фотографию своих зубов я делать не буду. Я знаю, что вам не понравится особо. Вот, буду пробовать. Здесь, кстати, написано, что... Так, где здесь? Не травмирует зубную эмаль. В принципе, если честно, зубная эмаль, она восстанавливается, и ее можно, в принципе, восстановить даже самим. Вот. Ну, допустим, для тех моментов, если вы кушаете мороженое, да, передними зубами кусаете, и если у вас там эмаль плохая или ее там нету, да, у вас будет очень болезненность.
Если вы будете кусать мороженое чаще, 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 то потом эта болезненность уйдет. Вот, проверяла на себе. Вот сейчас я буду чистить. Сейчас у нас уже вечер. Я буду все свои делишки делать и ложиться спатеньки. И вам советую. Всем пока-пока. С вами был канал Артмания.